Приветствую вас, дорогие зрители. Это видео я снимаю для наших клиентов, нашего интернет-магазина, которые хотят сделать у нас заявку на джинсы, которые мы показываем в наших видео, и ссылки на которые мы располагаем в описании и в комментарии к данному видео. Я вам сегодня расскажу о трех самых простых и самых легких способах, как можно отправить нам заявку на джинсы, которые у нас есть в каталоге. Потому что у нас сайт на старом движке работает, и мы испытываем технические трудности, например, связанные с авторизацией, трудности, связанные с классической работой через корзину. Поэтому мы пока не рекомендуем вам делать заявки через корзину и через обычную регистрацию оформления товаров на сайте, которые долго и неудобно, и да еще и не работает. И вот сейчас я вам расскажу, как это сделать легко. Итак, первое, когда вы попадете по ссылке, обязательно зайдите к нам в каталог «Винтажные джинсы». Пролистайте вниз все, что у нас есть в каталоге, потому как это именно то, что у нас есть в наличии. Справа будет движок, где вы сможете раскрыть 15, 25, 50 или больше товаров, больше позиций. Итак, если вас что-то из этого заинтересовало, вы нажимаете на этот товар, попадая в карточку товара, вы сможете посмотреть, какие размеры присутствуют. Если подразумевается современный товар с размерами. Если это какой-то уникальный антикварный лот, сразу рекомендую вам после того, как посмотрите фотографии, изучите фотографии, пролистать ниже. Вы здесь увидите цифры замеров, вы здесь увидите фотографии с замерами. И сделав замеры своих джинсов таким же образом, как на фото, вы сможете их сравнить и понять, подходит ли вам этот размер или не подходит. Конечно, кроме фотографий и цифр замеров, вы сможете подробно ознакомиться с характеристиками данного товара, с какими-то его уникальными свойствами. Но сразу рекомендую вам действовать не через кнопку корзины, которую вы увидите первой, а действовать через кнопку «Купить в один клик». Вот обязательно посмотрите, она находится сразу под кнопкой «Корзина». Действуйте через кнопку «Купить в один клик». Когда вы на нее нажмете, вам откроется всего три поля, которые нужно заполнить. Это имя, телефон, e-mail. Здесь есть особенность в том, что вместо обычного телефона старайтесь вводить номер какого-либо коммуникатора. Либо WhatsApp, либо Viber, либо Telegram или мессенджер ВК. Потому что это позволит нам ответить вам на вашу заявку сразу, быстро, в текстовом варианте. Поэтому обязательно этим пользуйтесь. Также обязательно указывайте email, потому что это поможет нам ответить через email, если у вас нет ни одного из вышеперечисленных менеджеров. Ниже в комментарии вы можете указать какой-то вопрос, связанный с размером, с оплатой или доставкой товара. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Обязательно пишите в этих полях нужную информацию. После того, как вы все указали, можете жать на кнопку «Оформить заказ» ниже. Откроется завершающее окно заказа. И мы, конечно, его сразу получим. Если вы указали email и указали номера ваших мессенджеров, то, конечно, вы получите ответ очень быстро. Итак, предположим, вы все это проделали. Дальше что будет происходить? У нас действуют два варианта отправки и оплаты. Вот после того, как мы с вами свяжемся и уточним, что данный товар есть у нас в наличии, и этот размер вам подходит, вы ознакомились с замерами. Вот когда мы убедимся во всем этом, мы предложим вам сделать оплату и предложим вам вариант отправки почты по Российской Федерации. Это действует для всех товаров. Но если вы, например, находитесь где-нибудь в Казахстане или в Белоруссии, например, или все-таки лот дорогой, вы хотите воспользоваться такими курьерскими службами, как СДЭК или Боксбери, то мы это, конечно, все с вами обязательно обсудим, уже общаясь с вами лично через мессенджер. Вот такой способ. Очень удобен, он очень легкий, без всяких мучений с регистрацией проходит, без всяких косяков работы через корзину, поэтому обязательно пользуйтесь кнопкой «Купить в один клик». Еще также, еще более простой способ – это обратить ваше внимание на шапку товара, где указаны номера телефонов, но это не просто номера телефонов, это номера наших мессенджеров. То есть вам не нужно даже нам звонить, просто напишите в наш мессенджер любой из телефонов, любой из номеров и отправьте вашу заявку, что в каталоге вы хотите у нас приобрести. Также можете написать размер, если он предполагается, и задать какие-то свои вопросы. Третий вариант, который мы вам предлагаем, располагая ссылки на нашу группу ВК,
также под нашими видео вместе с ссылками на наш сайт, если у вас есть аккаунт ВК, он тоже будет некоторым даже удобнее. Итак, предположим, вы нажали на кнопку ВК, ссылку ВК, попадая на нашу группу, вы увидите сразу вот такую красивую шапочку с вестерн-темой. Ниже вы увидите наш каталог, который вы сможете развернуть и ознакомиться с тем, что на данный момент времени есть у нас в наличии. Это очень важно. Всегда начинайте через каталог. Никогда не пишите нам свои заявки, если вы заранее не познакомились и не посмотрели каталог. Потому что очень многие позиции, очень многие лоты, которые в старых наших видео, они просто уже проданы давно. И обязательно начните знакомство с каталога. Предположим, в нашем ВК-каталоге вы увидели какой-то товар, вы на него жмете. И также ниже вы сможете ознакомиться с характеристиками и замерами каких-то уникальных лотов. Также вы можете посмотреть 5 фотографий. И справа будет кнопочка «Написать», которая подразумевает также отправку заявки. Вы здесь можете, кроме приветствия, добавить какой-то вопрос касательно размера, оплаты, доставки товара. Поэтому этим тоже пользуйтесь. Вот это третий простой способ через нашу группу ВК действовать, но в нем есть еще свои очень приятные опции. Одна из них для наших новых клиентов, которые, как правило, не доверяют, как правило, всего боятся, которые никогда у нас заказов не делали. Для этого пользуйтесь вот такой опцией, как отзывы клиентов о покупках в винтажной лавке. Вот нажав вверху на группу обсуждения, раздел обсуждений, и нажав ниже отзывы клиентов, вы раскроете достаточно большое количество отзывов наших клиентов, среди которых есть и постоянные клиенты, среди которых есть клиенты из Беларуси, из Казахстана. Вы их можете почитать, познакомиться. Это все реальные люди, это не какие-то нагнанные боты. Даже вы можете кому-то из них, наверное, написать, чтобы убедиться в этом. Итак, для новых клиентов, для тех, кто боится, не доверяет, делая первые заказы, пожалуйста, можете почитать отзывы наших постоянных клиентов. Кроме того, у нас на стене в группе ВК мы всегда располагаем дополнительную какую-то интересную информацию, которая сопутствует нашим видео. То есть здесь реальной информации больше в графическом виде, в каком-то текстовом виде, больше фотографий. Поэтому, если вы хотите более глубоко все это изучить, также можете пользоваться нашей группой ВК. Итак, вот эти три способа мы рекомендуем для наших клиентов, чтобы ваши заявки отправлялись быстро, без мучений, без больших затрат времени. Пользуйтесь именно вот такими способами. Пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу ВК, на наш канал и делайте заявки на нашем сайте. Это сделать легко и просто таким способом, который я вам рассказал. На этом я с вами прощаюсь. Приятных вам покупок!